еще раз. Ветка – это удивительное место на Земле. Я хочу сказать, что ветка – это удивительное место на Земле. Это место, где просто расцветают творчество. Раскрываются да, листочки раскрываются. Люди, творчество у всех раскрывается. А творчество, ну как цветы вот весной. И уже появляются первые плоды. Было написано много стихов. Да, было написано много стихов, сделаны видеоролики. Но самое главное то, что люди, которые общаются на ветке, да, те, которые слушают Влада, самое главное то, что эти люди с совсем другим выражением лица ходят по улице. И у меня была ситуация, когда я иду, я слышу так, ну просто я чувствую песню «Свеча», и передо мной просто люди открывают двери в метро. Вот у меня такое было. Выражение лица, наверное. Я, может быть, просто чувство нежности внутри было большое. И я поняла, что именно нежность открывает ворота, а не совершенно, а не другое. Не нога открывает дверь, а нежность. Чего все?